Давайте попробуем воспользоваться этими командами на практике. Я открою терминал и запущу программу FastQC. С помощью команды Ctrl-Shift-T я открою другую вкладку и запущу в ней топ. Я вижу, что FastQC успешно работает. С помощью команды Alt-1 я вернусь в предыдущую вкладку, где у меня работает FastQC. С помощью команды Ctrl-Shift-W я закрою эту вкладку. Перед этим терминал меня спросит, действительно я хочу это сделать. Да, действительно. Вернувшись в топ, я увижу, что FastQC больше не работает. Конечно, переключаться и закрывать вкладки можно с помощью мышки, но лично я считаю, что все это удобно делать с клавиатуры.